Так, немножко подведем итоги по этому эффекту. До сих пор вот маленькая катушечка. И решил, о, горячая, я решил поднять немножко напряжение с этого генератора. И поставил аккумулятор для питания электроники. Остальное питается с блока питания, который развязан. Ну что, включаем. Включили. Ну вот, потребление у нас осталось прежнее. Вот на нулю 140 вольт где-то подал. Ну, может быть, чуть-чуть. Надо будет точнее измерительные приборы ставить дальше. Ну вот, лампа дневная уже светится. Я сейчас пропустил через дополнительную лампу 25 ватт. Ну вот, подсоединяем лампу дневного света, она горит. И сейчас на лампе еще подвешу заземление. Вот у меня заземление лежит. Сейчас цепляем заземление и смотрим. Упс, трудно подцепить, чтобы не упало. Все, подцепили. Вот лампа дневного света, полный накал. 25-ка загорелась. И потребление, то же самое осталось. Ну, напряжение тоже. Ничего не поменялось. Как бы работает. Ну, катушка, вот какая маленькая катушечка. Значит, осциллограмма у нас вот такая. Ну, объяснять особо не буду, толка нету пока. Будем разбираться дальше и поднимать все это дело по этому эффекту. Что еще хотел сказать, главное не убить процесс. Если нагрузку больше поставить, убивается процесс, и тогда вообще выхлоп перестает работать. Значит так, вырубаем питание. Сейчас покажу, как вот медленно все тухнет. Вот вырубили, вот медленно затухает. Сейчас лампа тоже потухнет, но естественно напряжение упало. Пока вот все.